Привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео разберем еще одну такую платформу, онлайн-сервис печати по требованию, как Tashir Gang. В общем, прекрасный поставщик. Я вот с ним познакомился сегодня, тоже зарегистрировался. Предоставляет услуги печати по требованию, что характерно, он интегрирует с различными маркетплейсами. Я такой, как бы, онлайн-сервис печати по требованию еще не встречал, который интегрирует с такими знаменитыми платформами, как Walmart, Wish, Big Каратель, вот они все, Amazon, Etsy, Magneto, OpenCart, eBay, StoreRent. В общем, это достойный конкурент по таким сервисам печати по требованию, как Printify, Printful, я считаю. Мы сейчас посмотрите видео до конца, сейчас будем разбирать, я здесь уже зарегистрировался, пройдемся маленько по рабочему кабинету, как здесь работать, более-менее объясню, что сам узнал. Давайте я переведу этот сайт, чтобы более подробно почитать, что здесь можно. Вот смотрите, да, что они предлагают. Ну, также вы проектируете дизайн, да. Ну, они как позиционируют себя как сайт, типа занимается только футболками, но у них расширилась линейка, у них тоже стали другие товары, аксессуары. Сейчас все это разберем, посмотрим. Вы продаете, вот они, продвигаясь помощь, мы выполняем, да? То есть они к вашему личному сайту может подключаться. То есть здесь можно тоже свой магазин открыть, если вы не интегрируете с платформами все этими. У них на платформе как бы открываете сайт, да. Если у вас есть свой домен, домен свой подключаете. Если нет, то можно сразу у них купить этот домен. Сейчас все перейдем в этот дашборд и все посмотрим. Сейчас я маленько так расскажу, что мне понравилось здесь, да. Вот, вы можете загрузить свой дизайн, да, то есть... Вот они советуют такой, ну, все вот эти размеры. Но я загрузил как на Amazon, да, Merch Buy, загружая 4500 на 5400 и нормально принял файл. Вот еще. Настраиваем шаблон, да. Вот, пионер вы получили. Ладно. Настраиваем шаблон, да. То есть, смотрите, прикольно, да. Вообще для ленивых. Если вы ничего не хотите там, например, создавать, да. Ну, давайте такой возьмем. Тут уже готовые дизайны, да. Прикольно, да. Уже можете. Ну вот, давай такой просто. Все. Продолжить, да. Все, он автоматически у вас. Если у вас своих нету, это. Своих нету дизайнов. Вот, да. Плюс вы загрузили этот дизайн. Все, добавляете текст, можно текст, шрифт, да. Тут все. Все удобно. Так, модель, да, можете модель с руками туда, ну, показано. Сейчас вот, можете такую модель, это у вас на сайте будет или где-то на маркетплейсе размещаться, такая модель. Да, цвет, да, ну, название, соответственно, тайтл, категория, да, можете еще добавить категории. В общем, так же, да, как на Printful и Printify, добавляете, а потом переходите также в свой маркетплейс или интернет-магазин, и также описание дополняете, теги прописываете, ну все как. А это, то есть сейчас вернемся в дашборд, то есть когда подключите все свои магазины, маркетплейсы, автоматически этот ваш дизайн, товар добавится на маркетплейс какой-нибудь, который вы подключили. И там уже регулируете описание, все теги, все как вам надо, да, и там публикуете уже, да. Вот здесь еще, да, вот я про что говорил, не только они футболками, да, занимаются, аксессуары, да, вот смотрите, всякие маски, также кепки, мозаики, кружки, одежда всякая, мужская, женская, худи, ну, в общем, как на, вот чехла телефона даже, как на любом печать по требованию, но, да, здесь вот подушки, да, картины, ну, не такой ассортимент, может, как на Printify, да, или на Printful, но все равно считаю достойный, да, в плане чего достойный, с такой, с интеграцией, со множеством площадок, да, что удобно, да, смотрите, в чем плюс, да, здесь мне нравится, сейчас еще про товар скажу, вот
когда вы добавили товар, это уже в кабине. Здесь на главной странице он не предлагает сразу выбрать еще какую-то модель. Когда вы уже зарегистрированы здесь, добавили свои магазины, вы, ну, все, создали дизайн, все, система предлагает вам опубликовать этот же дизайн сразу на других продуктов, да, и также переместить их на marketplace или куда там. А на других сервисах печати по требованию такого нету, да, и еще. Вы в кабинете добавляете какие-нибудь свои, там, допустим, как самые банальные эти, Bonanza, eBay, да, вы торгуете, сразу вот этих три магазина добавили, и это сразу один дизайн пошел на все эти платформы. Такого еще я не видел. По крайней мере, на Printify, Printful такого нету, да. Ладно, сейчас мы войдем, как регистрацию я не буду показывать, да. И так объясню, потому что я уже зарегистрировался, ничего сложного. Свой адрес, потом у вас создать учетную запись, перебрасывать, добавить свои данные, там пишите все данные свои, все, там галочку ставите, что вы хотите, свой магазин создать или торговать на маркетплейсе, там без разницы, где, наверное, где на маркетплейсе галочку поставил, зарегистрировался, все. Давайте, сейчас войду, мы посмотрим, разберем более-менее. Смотрите до конца, интересно очень, да. Вот ваша стартовая страница, да. Тут они сразу предлагают по умолчанию, да, ну, разместите свои продукты. Тут, туда-сюда, купите домен. Ну, это все потом, да, уже когда добавите свои, да, магазины, маркетплейсы, сайты, тогда уже будете добавлять. Вот, я уже тут добавил продукт, как бы так, для видео проэкспериментировал. Сам все первый раз делал. Вот она интеграция, да. Я только еще интеграции так много не видел, можно сказать, с такими маркетплейсами. Ну, на Printful есть там, но на Printful нет, вот Walmart, например, да. Witch там есть тоже. Magnet есть. Ну, в общем, вот чем от Printful, да, он, может, отличается. То, что здесь Walmart есть, да, тоже маркетплейс такой, тоже бы на нем поторговать. Но это как-нибудь будем, может, разбирать. Сейчас, ладно, не. Вот, сперва вы, вот, какой у вас есть магазин, да, зашли сюда, добавили, например, эти, да, там все прописали. Вот, ну, давайте перейдем. Вы просто переходите, вам все объясняет, как все это сделать, да. Ну, как везде интеграция проходит, также логин на эти, зарегистрировались туда-сюда, да. Так, вот, мои продукты, да, например. Так. Вот мои продукты. Ну, это я уже... это у вас появится это, ну, продукты, когда вы уже откроете продукт, добавите какой-то дизайн. И вот видите, у вас также туда... Сейчас перейдем в кабинет, будете добавлять, какие сайты у вас подвязаны, да. Здесь отобразится, и этот продукт, дизайн сразу уйдет на эти маркетплейсы сайт. Ну, я так для примера добавил, да. У меня их пока нет. Туда-сюда. Ладно. Вот, чтобы нам сделать продукт, вот мы, например... Гриад. Здесь есть также, вон была кнопка нового ордера, если вы, например, как-нибудь через Инстаграм торгуете, у вас заказали товар, да, ну, как дропшиппер натуральный, заказали, вы там ввели данные человека, заплатили, все, и пошло, поехал. Так, вот, да, я, давайте я еще добавлю товар, сейчас все пройдем, ну, и так, любой дизайн, да, все, добавил, хоп, подтвердил. Там название. Так, по-быстрому можно. Вот наш дизайн, типа, все дела, да. Можете изменить, какой продукт хотите, да, прежде чем публиковать. Например, у меня все устраивает эту футболку, да. Все. У меня все устраивает, категорию, все, футбол. Все, система загружает ваш дизайн. Все, видите, она предлагает вот этот дизайн еще разместить там на этих, да, продуктах. Ну, можно сразу все нажать на эти. Все, я, допустим, вот. Все. Че? Титул. А, лист категорию. Давай так. Все.
Тех, а, дизайн. Пойдет. Вот. Еще предлагает во все эти. Все, вот я добавил во все эти. Все. А теперь это можно бесконечно так добавлять продукты, добавлять какие вы хотите, да. Но мы переходим в мой аккаунт, да. Так. Так, мои продукты. Вот они, все мои продукты, которые я добавил, да? Какие я маркетплейсы подвязал. Они, типа, если бы у меня все это было подключено автоматически, бы уже туда публиковались, плюс на мой сайт там. Можно отдельный ордер, да, заказать. То есть, если вы вот кнопка нажать, там, отдельному человеку какому-то отправить, допустим, да, интеграция, все. Нас сейчас интересует вот аккаунт сеттинг. Надо было сперва с этого начать, ну ладно. Смотрите, я тут все галочки проставил, что мне надо. Вот, когда вы добавите все свои маркетплейсы, да, система позволит вам галочки вот добавить. Мне не позволяет, потому что я не добавил. Вот, то есть вы будете, когда продукт создавать, он автоматически будет уходить на эти платформы, которые у вас есть, да. Тут галочки потом проставите. Ну, тут изображение, свои аккаунты подвязать. Вот, про которые, где ваши продукты будут, да, маркетплейсы отображаться. Вот на каких вы хотите маркетплейсах продукт свой туда отображать. Вот, подбавлять там галочки, ставить, где вы там будете торговать. WooCommerce, Wix, StoreRent, APK, Shopify, eBay, Bonanza, эти. Все. Тут delete, это не надо. Все, добавили, да, где вам нужны эти галочки. Хоп, сохранили, да. Все, у вас аккаунт, ну, тут PayPal адрес свой добавляете, он автоматически будет у вас, как бы, ну, как на любой печати по требованию, то есть заказ пришел, с вас покупатель перевел на PayPal, да, с вас эта система с PayPal сняла, разницу оставила, вот так, короче. Все, тут свои данные напишите, вот так вот, сообщение, ну, то, что я зарегистрировался там, hello, там, все дела. Вот такие вроде дела, ничего, я думаю, сложного, да, каждый разберется, потыкает, кому интересно, что тут ваши продукты будут, продажи отображаться. Ну, такой не суперский дашборд, но все равно интересная такая система, онлайн-сервис, да, который предлагает столько множества маркетплейсов, да, вот, у меня многие там, сейчас нет маркетплейсов, если бы изначально знал, да, этот сайт, да, у меня бы все маркетплейсы были, я бы сейчас на все эти маркетплейсы, Bonanza, eBay, эти, мог бы, ну, спокойно, да, размещать товары, да, множество вариантов всяких. Расширенная такая, да, они работают с 2005 года, да, вот у них все, вам, например, вопросы, да, какие-то есть, да, нажали Fuck off, почитали, да? Ну, я, конечно, не буду читать все сейчас, да? Вот. Ладно. Саппорт, поддержка, цена, кстати, да, вот. Цены какие там выставлять, да, например, на сайте, да? Сколько стоит это, шире, да? 2XL добавляется, если размер добавляется. Доставка какая? Они везде добавляют. Доставляет, да, практически. Вот есть только орнамент этот, с ней только по Соединенным Штатам, да. Вот сколько что стоит, размеры, то все почитать надо, ознакомиться. Ну, это каждый сам для себя сделает. Вот можно на эту перейти, главную страницу, да. Тут где-то у них есть это видео даже, как... Ну, если кому-то что-то непонятно, можно как-то видео обучаясь, это форум, да, как бы посмотреть. Я думаю, здесь я в этом видео объяснил все более подробно, да. Зарегистрировались, добавили в аккаунт, зашли, добавили свои маркетплейсы, сайты, да.
или отсюда интегрировали, да, там галочки наставили везде, где надо. Все, сохранили, дизайн создали или не хотите создавать дизайн, я вам показывал, да, ихние дизайны, тексты используйте, такой же конструктор, да. Все, отправляйте на все вот эти сервисы, где вы хотите, если собираетесь торговать, да. В общем, прикольно, я считаю, это такой сервис печати по требованию, да, серьезненький. Вот у них, да, вот то, что они с 2005-го там, да, вот с 2005-го работают. Паромы, форум, Бонанза. То есть можно тут у них создать свой магазин. Интеграция, все это. Ну, надо разбираться. Где-то тут у них это интеграция. Я хотел показать, где, ну, чтобы на их платформе создать этот магазин. Ладно. А вот мой story. То есть, вот. Ну, то есть, можете как бы сайт свой создать, да, вы на их платформе и все. Только домен свой подключите, если нет, можно купить у них. Я не знаю, сколько он стоит тут, но я не думаю, что дорого. Все, и у вас свой сайт. Все для продажи, для рекламы на других площадках. Ну, там, в соцсетях где-то распространять. Ну, все, я буду заканчивать. Всем, думаю, понравился такой сервис, да, кто этим занимается. Мне понравился лично. Возможностей здесь много. То есть, удобно сразу одним нажатием у вас товар уходит на все эти платформы, которые вы подключили в маркетплейсе. В общем, нравится и тексты, и дизайны тут есть. Выбор продукта тоже есть. Ну ладно, буду заканчивать это видео. Пишите свои комментарии, что думаете, как оцениваете, задавайте вопросы. Ну и подписывайтесь, если вам это нужно. Всем счастливого бизнеса онлайн. До встречи.